Всем привет, друзья! Я в эфире. Сейчас подождем людей, которые присоединятся к нашей трансляции. Веду я сразу с двух аккаунтов, поэтому глаза у меня будут бегать то сюда, в этот смартфон, то сюда. Передо мной стоят два штатива, и я веду с двух аккаунтов, так, как говорится, убиваю двух зайцев. Вижу, друзья присоединяются. Привет, привет! И представлюсь, зовут меня Ирина Маркелова. В интернете меня знают как Ирина Агапова. И зарабатываю я в интернете с 2013 года. В 2018 году будет уже 5 лет. И тема сегодня такая. Я мошенница? Давайте разберемся. Я вчера проводила стрим. И провожу стрим примерно раз в 3 дня. И показываю свой кошелек, показываю свои доходы. И очень много людей обвиняют меня в мошенничестве. И давайте разберемся, почему. С 2013 года я вступила в интернет-бизнес, в официальный бизнес. Закреплен он, пост у меня на странице ВКонтакте. Есть презентация, проект Whole World, который работает уже 6 лет, нам 11 ноября было. И проект оформлен официально. То есть компания... ООО «Всем миром» платит налоги. Это можно проверить в налогах. Открываете сайт по налогам и вбиваете ООО «Всем миром» и смотрите все документы. Мы, участники, так называемые фандрайзеры, налогов не платим, потому что это деньги дарения. Если один человек дарит деньги другому человеку, добровольно оказывает помощь, и тот другой их получает. Например, я когда вступала в проект, я оказывала помощь в размере $100. Эти $100, 50 ушли в фонд помощи детям, который также можно проверить на сайте. И $50 распределили 7 участникам сертификата, которые эту помощь на свои кошельки получили. Если один человек отправляет деньги другому человеку, а тот другой их получает, в чем кто кого обманывает? Мне еще ни один человек не доказал, что наш проект является пирамидой или лохотроном, и что я участница, обычная участница, кого-то в чем-то обманываю. Очень часто я слышу в свой адрес слова «без лоха» и «жизнь плоха». Кто мне докажет, что мы здесь кого-то обманываем и получаем на свои счета путем обмана? Напишите мне. Помоги мне добровольно, Анна пишет. Вступай в проект, я тебе помогу работать в проекте. Ты будешь получать такие доходы, как я. Вот вчера я проводила стрим. Кто не знает, какой стрим, вы сейчас у меня на стриме, то есть это прямая трансляция. Если вы пролистаете мои видеозаписи, то вы увидите вчерашний стрим, где я показывала свои доходы, кошелек Advance Cash. То есть там ничего не накручено, все это в режиме онлайн. Для тех, кто не верит, может мне позвонить в Skype. Мой Skype Ira Business указан также у меня в профиле в закрепленной записи. И я открою демонстрацию экрана, покажу вам свои доходы в режиме онлайн. Изображение плохое. Борис, если изображение плохое, кинь, пожалуйста, ссылочку на трансляцию, вот ту другую, с моего другого аккаунта. Вроде свет горит, все нормально. Вот я себя вижу вообще в смартфоне очень отчетливо. В общем, докажите мне, что я обманщица. Вот никто, тот, кто меня поливает грязью, да я на тебя в прокуратуру пожалуюсь, да я пойду в вышестоящие органы. Ну, придите и скажите, Ирина Маркелова работает в интернете. Вот. Скажут, вы что, дурак? Очень много мне было угроз за эти 4 года. Но все это пустой звук. Она пишет, что мне нужно сделать, чтобы вступить в проект. Регистрация у меня в закрепленной записи, там есть ссылка. Вступаете, оказываете помощь $100. $5 стоит активация кабинета, получаете свою реферальную ссылку, ваш сертификат, начинаем с вами работать вместе.
у кого плохое изображение вот на этом аккаунте, Борис Маркелов в комментарии кинул вам ссылку, переходите туда и смотрим там. В общем, мошеннических действий за все эти годы никаких не было. Люди добровольно приходят и оказывают помощь. И у кого не получилось, вот многие люди, поработав месяц, не пригласили ни одного человека, и потом говорят, ваша компания «Лохотрон». Это не наша компания «Лохотрон», это человек очень плохо потрудился, чтобы обеспечить себе безбедное будущее. Почему у меня получилось, а у этого человека не получилось? Анна, да, вам нужно потом искать рефералов. У нас есть методика приглашая, не приглашая, по которой работает вся моя команда. То есть это не проект «Лохотрон», это люди, которые плохо трудятся, либо не слушают действия своего наставника, рекомендации. То есть я рекомендую и продаю свою методику, как работать абсолютно в любом проекте. Я не имею в виду сейчас какие-то лохотронные проекты, которые закрываются. Вот те люди, админы, которые ведут инвестиционные проекты, люди вкладывают деньги, а потом они выплачивают с процентами, а потом через несколько месяцев закрываются. Вот те люди, как раз такие лохотронщики и мошенники, которые облапошивают народ и скрываются с их деньгами. Мы просто участники проекта, не инвестиционного. Это партнерский фандрайзинг, это благотворительный проект. Деньги поступают сразу на кошелек. Вы приглашаете людей, получаете в свой адрес финансовую помощь. Также добровольно от людей, которые вступили по вашей ссылке в проект. Посмотрите у меня презентацию закрепленной записи, как это работает. Я вам сейчас не буду говорить семиуровневый маркетинг. Анна, вы говорите не пирамида, ведь суть пирамиды заключается в том, чтобы закинуть деньги в систему 100%. Вы деньги не в систему, Анна, закидываете. Не админам деньги идут. Деньги идут на кошельки участников. И $50 фонд помощи детям сразу идут. Вот вы $105 оплатили, 10 пришло мне. Вышестоящим спонсорам также пришли по 5 и по $15. Администрация получает $1 с вашей активации аккаунта, $5. То есть $4 получает. Админы $1 получает бонус Activation, ваш информационный спонсор. Отличие от пирамиды в том, что пирамиды это в основном инвестиционные проекты. То есть вы делаете вклад, тело вклада лежит целый год там, а потом вам выплачивают проценты. То есть деньги в системе правильно, на вашем кабинете, только вы либо их выводите, либо их не выводите. Кстати, у меня разряжается батарейка, и мы скоро с вами будем прощаться. Не успела зарядить телефон. То есть, когда деньги в системе, это лохотрон. И вам обещаю, что вы выведете, может быть, даже и выведете. А потом, когда еще больше вложите, пирамида закроется. Здесь деньги сразу идут на кошельки, то есть минуя админов. Так, Татьяна пишет, угрожают негативе те, кто не хочет ничего менять в своей жизни, боятся выйти из зоны комфорта, как правило, лезут в хайпы за легкими деньгами, итог в хайпах, как правило, печальный. Да, я тоже была в хайпах, теряла несколько тысяч долларов, у меня даже есть на канале видео, как я участвовала в лохотронах. И мой канал закреплен в шапке профиля. Можете посмотреть, как я участвовала в лохотронах. Более 1900 роликов у меня о проекте. То есть, если система работает 6 лет, это уже о многом говорит. Грубо говоря, все проекты с кошельками – это нормальная тема. Если кошелек привязан, и сразу деньги поступают автоматом, то есть вы пригласили, кто-то оплатил, вот я, например, сплю, я просыпаюсь, деньги у меня уже в кошельке. Из кошелька Advanced Cash я могу вывести на карту Сбербанка, на Киви-карту, на Perfect Money, вообще куда угодно через обменники. Моментальный вывод. Но это уже деньги мои, в кошелек мой никто уже не залезет. То есть деньги не в кабинете нарисованы, а сразу на кошельках. $100 стрёмно. Ну, я в проекте стала миллионером, купила 3 квартиры. Вот эта кухня, в которой я сейчас сижу, это не стрёмно? 3 квартиры. С 1000 рубчиков начать это не к нам. Вот я здесь сделала ремонт, мы с мужем сделали ремонт. Это деньги, которые я получила в проекте «Всем миром».
мы с ним зарабатываем. Мой муж Борис Маркелов зарабатывает с 2012 года, я с 2013. С 1000 рубликов вы можете и получать будете по 10 рубликов. Ищите проекты с маленьким входом. У нас проект надежный. И детям помогаем, и себе помогаем. Поэтому не увидела я ни от кого доказательств моих, лично моих мошеннических действий. Будем считать, что это все хейтеры, завистники, которые завидуют, у которых не все в порядке с финансами. Либо просто халявщики, которые просят денег в интернете. Еще очень часто мне: дай денег, ведь ты миллионер. Я говорю, с какой стати я тебе должна давать деньги? А, ну значит, ваш проект лохотрон, только связи не вижу. Работай, получай. Друзья, все, я буду заканчивать. Кто надумал, вступайте в проект, ссылочка в закрепленной записи. У меня есть пин-код на активацию $5, продаю его за 200 рублей. Остался один пин-код. Кто первый мне напишет, тому я продам за 200 рублей. Остальные будут за $5 покупать, активировать кабинет. Всем пока. Завтра будет у нас вебинар «Продвижение вашего бизнеса» с тремя спикерами. Я, Борис Маркелов и Елена Стрелец. Завтра сделаю анонс где-то без 28 по московскому времени, и мы для вас проведем трансляцию втроем. И научим вас, подходит совершенно под любой проект. Всем пока!